Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики. Меня зовут КТ2Г, и это игра Stalker Online. Что ж, сегодня мы займемся поиском и выполнением различных квестов. Как мы уже помним, нам необходимо найти целую кучу игрушек в домах. Да, дома в деревне, которые рядом напротив вокзала, точнее, располагаются. Там мне необходимо найти мячик, неваляшку, плюшевого мишку, кубик Рубика и прочее. Вот. Также выяснили то, что хабар выгоднее всего скидывать именно скупщику хабара, а не просто обычным торговцам. Так, давайте поговорим с Рашидом. Уж больно интересный человек. Друг. Так, ребят, как я и говорил, я диалоги читать не буду. Ну, может, маленькие, конечно же, можно, но вот большие я вам буду просто вкратце пересказывать. Если хотите их прочитать самостоятельно, ребят, нажимайте на паузу. Ой, расстрелялись-то. Окей, короче, Рашид мне предложил работенку следующего плана. Мне необходимо одного его товарища, в кавычках товарища, приструнить, скажем так. Товарищ тот очень любит бухать и по пьяни много чего лишнего делает. Так вот, Рашид его за это дело пожурил и пинка ему дал. Тот обиделся и начал всякую гадость говорить про нашего замечательного и доброжелательного Рашида. Ну, пока что это так, пока еще обратная информация не подтвердилась. Вот, нам надо, чтобы тот товарищ заткнулся. Он находится возле какого-то заколоченного киоска. Я думаю, что... Вот, язык без костей. Это Валера. Надо найти Валеру и пригрозить ему. Отлично. Замечательно, здорово. Так, это раз. Давайте еще побегаем по зданию и посмотрим, какие есть еще неписи, и попробуем с ними поговорить. Так, что это тут у нас? Бутылочка, бутылочка. Так, ты у нас грек. Грек. Молди слово. Ой, короче, просто сейчас от грека я получаю информацию по зоне различного рода. Он здесь главный, как он сказал, он здесь типа комендант. Вот, рассказал про какую-то радугу.
Все, окей, какой-то комплект у кого-то я должен взять. В общем, меня сейчас Грек послал к Алексу, к товарищу, который отвечает за безопасность. Ле балкон. Так, я знаю, как того товарища зовут. Вон того. Драчук, да, я всегда знал. Так, Алекс, Алекс, Алекс. Вот я, Алекс. Ой, сколько историй травит, а? Все, окей. Ребята, затравил он мне историю. В общем, это здание, бывший милицейский участок. И на данный момент, если быть кратким, на данный момент это своеобразный перекресток между различными мирами. Между преступным, сталкерским и военными. То есть это такое место, знаете, как... водопой в Маугли. Во время водопоя это мирная территория. Вот. Поэтому никто ни на кого не нападает, никто ни с кем не ругается. Потому что угроза одна, зона и мутанты.
Штакет здесь мутит. Я ему квест сдавал от кузнеца. Штакет здесь, значит, своеобразный такой жулик. Кстати, да, он сидел здесь. Это вор. Также палка и еще их люди. Но товарищи милиционеры с ними ничего поделать не могут, так как эти бывшие заключенные помогли им отбиться от мутантов тогда, когда это требовалось. Это раз. И два, штакет очень полезен, так как он барыжит налево и направо. То есть припасы, провизии, все остальное он им дает. Поэтому они ничего не могут с ним поделать. Вот такая вот петрушка, ребята. Так, нужно покушать. Сейчас поговорим с сержантом Дебенко. Кстати, сержант Дебенко и вроде бы Драчук — это товарищи от военных. Благодаря им тоже безопасность в какой-то степени поддерживается. Вот такая вот ситуация. Антирад. Очень много. Так, давайте поговорим с сержантом Дебенко. Окей. Сержант Дебенко решил со мной не разговаривать, сразу меня отправил к сержанту Олдфагу, он же Драчук. Кстати, палка, подельник штакета, тоже мне может дать какое-нибудь задание. А это у нас вот этот вот здоровый качок, ученый. Это доктор Зиновьев, друзья. Вы посмотрите на эти руки. Жесткий тип. Да. И конструктивного диалога с ним тоже не построить. Ну что ж. Это все, ребятки. Игроки. Давайте быстренько перетрем с палкой. Посмотрим, какое он нам задание может дать. Стоп, а где палка? Палка же где-то здесь. Вот он. Нет, это Капустин. А где палка? Ребят, я помню, что где-то палка... А, он может быть на этой стоит. Давайте с Капустином. Мне с Капустином. Да, можно поговорить. Уже настрелялся. Смысл мне по ним стрелять, потому что это вроде как бы не совсем задание. Так, с Капустином ясно. Пойдем найдем палку. Вот палка. Экзоскелет. Обалдеть. Так, отлично. Палка меня попросил проверить одно подозрительное место, с которого бежит все время огромное количество собак. И там теперь стали слышать новые какие-то подозрительные звуки. Возможно, завелся новый мутант. Военные туда очкуют лезть. И поэтому палка совсем отчаялся. Сержант Олдфак, здравствуй. Драчук со мной и не собирался особо точить мясо, за что я ему благодарен. Вот, он мне дал задание пойти в детский сад, убить 5 пауков и 2 крыс. Ну что ж, займемся этим. Пауки, говорит, ядовитые. Меня это пугает. Кстати, в садике я игрушки, если найду, наверное, они не засчитаются.
Затакал. Это домовой, ребят, не пугайтесь. Это домовой. Хвост МК. Обалдеть. Лапа П. У меня очень маленький инвен... Крыска. Мясо. Соберем. Куда поскакала крыса? Хвост МК. Вот это... я забыл про здоровье. Ёперный театр. Да. Да-да-да-да-да. У меня же ведь была... У меня аптечка упала, ребят. По ходу дела. Все, про нее можно забыть. То, что с меня упало, то сейчас подберут другие люди. Как-то я совсем подзабыл про это дело. Так, крыса, уйди от меня. Там мой дроп лежит, и вы на меня напали. Сейчас я умру. Ай. И опять с меня что-то дропнулось. Все, я труп. Ну вот, прощай мой лут. Так, тот игрок оказался более опытный. К черту это задание, ребят. Я потерял натовские патроны. Ну, в общем, все то, что я тогда подобрал. Случайным образом. Так, выпью воды. У меня целая гора колбасы диетической. Так, с меня, надеюсь, трофеи не выпали. Хвосты есть, древесина, лапки. Пойду продам, что есть. Так, продать. Хвостик, лапка. Было мясо, мяса больше нету. Видимо, выпало. А мясо вообще в цене. Так, все, выходим. Теперь пойдем пошаримся по домам. Вот. Сначала можно, конечно, забежать на вокзал и поговорить с кузнецом насчет награды. За его же квест. То, что я передал информацию Штакету. И что потом? И потом побегать по домикам. Серьезные ребята. Вот это он дал дёру. Все прелести пинга. Сколько я раз умер подряд? Раз 7, да, наверное, не меньше. И почему я это делал? Я как лемминг туда бежал, бежал и бежал. Делал я это все из-за банальной своей жадности. Я хотел вернуть свое. Но в итоге я получал только смерть. Так, кузнец у нас там на входе стоит. Сейчас попробуем с него что-нибудь выпытать. Вот он, кузнец. Я сейчас скажу, что у Штакета денег нет. Он мне, конечно же, скажет твои проблемы. Круче. Вместо денег он мне дал информацию.
об аномальных образованиях вдоль железнодорожных путей. Вот, это раз. Два, здесь у нас бар. Здесь можно купить информацию у бармена. Можно получить информацию о мутантах у Миши Охотника. И где-то был бывалый сталкер. Вот он, старый сталкер. Он тоже дает различного рода информацию. Так, а это, ребята, камеры хранения. Давайте-ка посмотрим. Так, воспользуюсь услугами хранения. Так, военный кладовщик. Прекрасно. Давайте-ка я сброшу пару банок с харчами. Сброшу колбасень. Сброшу ядовитые патроны. Противоядие, антирад. Так, можно же, наверное, по частям, да? Использовать, выбросить? Нет, по частям нельзя. Но шанс, то, что выпадет с меня, 10%. Но стоимость 4,5 штуки, обалдеть. Круто. Так, патроны вот эти я оставлю. И ПМ-ыч. Нет, ПМ-ыч пускай будет, вдруг мой сломается. И давайте посмотрим по ссылке. А, старобогатика. Старобогатика — это товарищ с YouTube, Геральт from Rivia. Ривийский Геральт. Сказал мне, что он отправил посылку. Давайте посмотрим. Фуф. Ребята, это жесть. Граффити, жилет, чак-чак у меня есть, токарев ТТ. Блин, дружище, спасибо огромное. Но давайте вот без подобных подогревов. Вот, ну, реально. Потому что это жестко меня бустит. Просто нереально жестко меня бустит. Так, надо будет запомнить никнейм. Надеюсь, он в истории останется. И я тебе тоже чем-нибудь отвечу. Старобогатика. Так, что это значит? Ходящие. Да, список посылок, наверное, так оно в истории и останется. Так, надо будет ответить чем-нибудь. Так что жилет я возьму, спецовку тоже возьму. Ну что ж, придется взять тозовку. ПМ-ыч скинуть. И взять дровишки для тозовки. Что дает икра? А, до потери предмета 86 дней, так что пускай полежит. Все, окей. Закрываем. Мне говорят, что у меня перегруз. Экипирую сейчас жилет и спецовочку. В любом случае, у меня перегруз. Нужно что-то скинуть. Ну-ка. Да, я бегать не могу из-за перегруза. Почему что так много весит? Может, древесина? Ну, ребят, реально... А, патронов. Патроны, наверное, так много весят. Да, так много весят патроны. А как мне их разбить? Вот, разделить. Сделать 100. Вот, теперь все отлично. Так что. Спасибо за посылку. Я отвечу чуть позже. Взаимно. Тоже что-нибудь годное найду. Вы посмотрите на прикид. Жесть. Просто жесть. Беру сейчас дозовку. И давайте быстренько посмотрим, что у нас скрывается в домах обыкновенных, где мне необходимо найти игрушки для нашего Печкина.
Так, ну на крысу мне даже жалко патрон тратить. Ох. Так, ну тут уже все украдено до нас. Идем в другой дом. Вот по-любому в этом большом доме я найду игрушку. Либо кто-нибудь другой уже все это дело залутал. Глухо. Здрасте. Крохотный домовой, ну обалдеть. Волосы забираем, волосы ценные. Это, наверное, гильза у меня черненькая. Да что ты будешь делать? Блин, друг, ты напугал. Нет, с игрушками проблема. Так, побежали тогда вдоль деревни. Будем смотреть дома. Потому что, как говорится, здесь должны быть игрушки. На крысу не хочу тратить патрон. Как я уже и говорил, где вход? Наверное, у этого дома входа нет. Нет, есть. Ящик, свинец, брезент, я это заберу. Девиз, лутать нужно все. Так, погнали в другой дом. Вот это будет счастливый дом. Что-то мне, вот чуйка моя мне подсказывает. Да, это оказался очень счастливый дом, чуйка меня не подвела. Что у нас в этом двухэтажном здании? Так, здесь уже вовсю сталкер побуянил. Жесть! Так, аптечек у меня нет. Так, домовой, домовой, домовой куда-то пропал. Один. Поэтому трофей с него я не возьму. Тихо. Так, хлам. Длинная труба, шайбы. Соберем. Где игрушки? Игрушек я совсем не вижу. Пам-пам-пам-пам. Так, тут уже побывали. Так, погнали дальше. Следующий дом. Вот здесь будет игрушка. Вот домовой не зря здесь развонялся. Смотрите, он какой. Так, 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 так. Ящик. Ацетон, брезент. Отличные игрушки. Хвостик. И волосик. Так, ребят, пока не фартит мне на игрушки. Но это пока. Ой-ой-ой, там по крысам как раз дают, а? Хлам пустой. Так, идем дальше. Ой, что-то бежит.
Хвост мутировавший, выхвавшийся из крыши. Так, здесь труп домового, значит, в этом доме ловить нечего. Да, так и есть. Так, пробежала крыса, это плохой знак. Так, в этом домике я был? Вроде бы. Крохотный. Ой-ой-ой, как много всяких ништяков. Какой-то спирт. На шатырь, наверное. Неплохие запасы. Ну что, шагаем дальше. В гараже пусто. Так, разваленный дом. По-любому что-то интересное должно быть здесь. Крысу я буду игнорить. Неинтересно мне ее бить. Из ружа. Так, ящики, ящики, ящики. Вот кубик. Но это не та игрушка. Домовые. Походу волосы это фигня полная. Я их, наверное, зря собираю. Давай. Так, показалось. Еще один забег делаю. Вот, серьезный дом. По-любому здесь жили дети. Так, пока что ничего не вижу. Чемодан. А, детский. Ах ты, надо, наверное, чемоданы искать. Так, ну теперь я понял. Хотя, по сути, вообще нельзя, ребята, торопиться. На каждый предмет наводите прицел и внимательно следите глазами, чтобы была шестереночка. Как бы это будет говорить о том, что с данным предметом можно взаимодействовать. Вот. Тихо, я чуть обоих не пристрелил. Ах ты, смотрите, он какой хитрец, а. Спать. Стоял, потом как налетит. Так, давайте все внимательно. Глухо. Да как так-то? Я в тебя только стрелять собирался. Ребят, умереть здесь как нефиг делать. Просто как нефиг делать. Да, я на вокзале. Так, что-нибудь у меня пропало. По-любому что-то да пропало. Да, у меня был флакончик со спиртом. Вроде бы HCO5H. Я очень плохо запоминаю информацию, но вроде бы это был он. Это у нас вроде бы наш шатырь. Но опять же, если учитывать... А может, сейчас хлорка какая? Просто если учитывать, что был в пузырьке... Крыса, уходи. Так, ребят, сейчас я рискую. У меня здоровья почти нет, и я лезу на рожон. Так, тихо. Забираем хвостик, забираем волосик. Испугался, да? Я тоже испугался. Так, ребят, я пока сюда не ногой. Со здоровьем у меня беда. Огромная. Даже вот товарищ в крутой шляпе, он тоже очкует. Понял, ухожу. Иди, друг. И
Искать необходимо чемодан. О, еще один. А он понял, что я его не убил. Так, ищем чемодан. Глухо. Очень жаль. Вот. В этом домике я был когда-то. Но был недостаточно внимателен. Словил, да? Так, чемодан, чемодан, чемоданович. Смотрите, появилась пружинка. Значит, в ящиках с хламом вечно всякий хлам, который, наверное, будет полезен для крафта, либо создания оружия. Опять же, для создания оружия еще необходим чертеж. Ну, ребят, с игрушками, по ходу дела, да, квест подзатянется. Вот, вот же чемодан. Неваляшка. Так, это был большой, да, у нас дом? Так, навряд ли я тогда в таком случае думаю, что... В маленьких домах тоже будут чемоданы, поэтому необходимо осматривать большие дома. Хотя, черт поймет разработчиков. Но я сомневаюсь, что в одном месте сразу может быть два чемодана. Но я этот дом не осмотрел нормально, поэтому надо его нормально оглядеть. Так вот, под лестницей по-любому есть чемодан. Нет, а я бы там все чемоданы держал. Так, тут что-то пацаны мутят. Иду-ка я отсюда. Так, смотрим, осматриваемся глухо. Бред, просто бред, ребят. Так, в безопасную зону. Куча предметов теряется у меня. Так, игрушка, мячик. Осталось еще две игрушки. Надо их найти. Они у нас лежат, еще раз повторюсь, в чемоданах. Два я уже нашел. Совершенно случайным образом. Напоролся на один, потом я понял, что да, все в чемоданах. Попробуем поискать в этом доме. А, так я здесь уже находил. Да. Забываем про этот дом. Кстати, он одноэтажный. Я думаю, эта роль не играет, какой дом. Нужно просто... Ну, куда ты под выстрел стал, дурачок? Встал прямо под выстрел. Так, забираем хвосты. Ищем чемодан. Вот он. Отлично, мягкий мишка. Еще остался мне, наверное, кто? Давайте-ка быстренько глянем, кто мне остался. Игрушки, игрушки, игрушки. Мячик, неваляшка, плюшевый мишка, кубик Рубика. Мне остался кубик Рубика. Ой, аптечка, прекрасно. Я ее даже сразу заюзаю. Круто.
Все, дальше глухо. Тоже разваленный дом. Да, наверное, своеобразная подсказка, потому что там посмотреть, там тоже с домом не все в порядке, как в принципе с каждым. Так, в том доме я на первом этаже находил. Так, крыска. Вот, по-любому этот дом. Мое чутье мне подсказывает, что здесь. Сколько смертей. Тут как-то можно переключаться на другое оружие, но у меня этого не получается сделать. А, нет, получается. Все, понял, понял. Заюзать необходимо аптечку, она у нас трехразовая. Все. Вот по-любому в том доме был последний чемодан. Поэтому я бегом туда. Щенок. Голова. HCO какой-то H. Да, я оказался прав. Все, пойдем к Петровичу сдавать квест. Так, заодно можно поглядеть, что это за тюбик у нас. А, это муравьиная кислота. Так, долгое время безрассудно рисковать. Наружное средство. Все, побежали к Печкину. Так, вот он, Печкин. Давайте спросим еще про, про работу. Не, я уже этот квест выполнил. По ходу дела он мне даже денег дал. Да, наверное, это его рук дело. Ну что ж, ребят, самое время сбегать до ментовки и сдать лут, который я насобирал. Так, кстати, секунду, сейчас это можно сделать уже потом. Поэтому сейчас вернусь в хранилище, посмотрю, что можно туда закинуть. На сохран. Так, а что мне можно скинуть? Вот всякий свинец. Хотя свинец у меня только один, брезента ничего нет, все, весь хлам, что я насобирал, я его весь потерял. Открываю хранилище, давайте посмотрим по ссылке. И, дружище, старобогатика, я тебе тоже сделаю посылку. Не сразу, но сделаю. Так, давайте посмотрим на ТТ, какие он патроны у нас кушает. Вау, 7,62. Так, 18 используем, да, добавляет здоровье 20, в принципе, добавляет эффект настойка Рябиновка. Это какой-то, какая-то крутая штука. Инъектор с усиленной Рябиновкой. Ну, как бы то ни было, старобогатика, спасибо еще раз за посылку. Вот, с меня тоже причитается. Что ж, хлам скинул.
Все круто. Ну что, друзья, давайте, думаю, на этом моменте мы закончим серию. Я много погибал в ней. Погибал быстро, с одного удара. Даже и такое бывало. Ну что ж, на этом все. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока!